Самым сложным элементом в номере Алексея Ягудина и Марии Кожевниковой оказался стол. И как на него не уповали хореографы-участники, но стол сломался. Причем прямо во время выступления. Стол последние три дня прошел через очень много. И через меня, и через Машку. И, ну, все-таки не додержал буквально несколько секунд. Я, на самом деле, немножко испугался, когда услышал хруст. Я даже не стал оборачиваться и как-то думал на протяжении всего танца не о том, что вот дальше делать, а что же делать-то в конце, потому что там зеркало. Если бы он сложился совсем пополам, было бы совсем тяжело. Вот, в нашем проекте ломается даже мебель. Но не его участники, которые, несмотря на всякого рода поломки, продолжают двигаться к финалу.